Привет, друзья! Вот такая здесь классная площадочка. И сейчас у нас будет новый урок Тайн Кунг-Фу по системе Аватар Кунг-Фу, Аватар Смарт Кунг-Фу. Возле этого прекрасного озера на окраине города. Закат, самое время потренироваться на свежем воздухе, подышаться с новым ароматом и показать вам пару приемчиков. Значит, этот курс, наверное, будет не так популярен, как курсы для новичков. Этот курс для профессионалов, но начинать могут с этого курса и новички, и это будет намного лучше для вас, если вы ничем не занимались, если вы пройдете этот курс, начнете с него. Так что поверьте, друзья, в этих простых движениях, которые я обучаю на первых уроках, скрыты очень интересные и настоящие тайны кунг-фу. Ну что, начнем? Итак, друзья, надо четко разобраться с этой техникой, которая является самой основной, ключевой для того, чтобы изучить удар Брюса Ли, знаменитый удар Брюса Ли. И мы выстраиваем для этого стоечки уже где-то 5 уроков. Вы уже умеете это делать. И для того, чтобы подвести итог и закончить с этим упражнением, сегодня сосредоточьтесь и поработайте вместе со мной внимательно. Значит, я на площадочке, тут много шумов, много детей. Но это хорошо, это благословение. Так что терпим. Вот, и тренируемся. Итак. Основная стоечка, помните. Значит, это ширина плечей, если смотреть спереди. Если смотреть сбоку, это примерно то же самое. Значит, можно принять эту стойку еще примерно так. Ноги на ширине плечей, вы в исходной стойке. Левая нога на пяточке поворачивается влево. Правая нога на носочке поворачивается вправо под 45. Ну и примерно та же стоечка у вас получится, которую мы учили. Итак, приняли нужную стоечку, выучили, запомнили. Сумку я специально не снял, для того, чтобы вам было понятнее, что будет дальше происходить. Какое направление силы идет и что включается. Когда мы делаем этот удар, включается бедро. Это очень важно. Поэтому я хочу, чтобы вы это увидели и обратили внимание. Смотрите, нога чуть согнута. Копчик опущен и направлен чуть вперед. То есть таз повернут вот так. Чтобы здесь было прямо. Чтобы не было оттопыренной задницы. И чтобы спина была здесь прямая. Дальше. Подбородок на себя и макушка тянется вверх. Вы это уже знаете. Теперь смотрите. Рука свободно, чуть согнутая, становится на перекладину. И вы готовы к этому движению. То есть это структура удара Брюса Ли. Ну, я говорю это так, чтобы вас заинтересовать, конечно, потому что это обычный, нормальный, стандартный удар. Но если вы будете знать секреты его, то вы будете делать его хорошо и сильно. Если бы Брюс Ли не знал секретов этого стиля тай-чи и других стилей, то он бы не делал этот удар так хорошо. Так что у вас получится, я вас верю. Пашем. Значит, сила идет от ноги через прямую поясницу, через позвоночник. Дальше идет как бы закругление в руку.
И рука тоже закругляется и является такой пружинкой. То есть тело напоминает по форме инь-ян. И в этом положении вы делаете толчок вперед, но делаете его не рукой, делаете его животом. То есть пресс. Сокращаете пресс, ваш позвоночник, ваша спина сгибается. Спина сгибается. Спина сгибается, и за счет этого сила от земли проходит вот сюда. Сокращаете пресс. На выдохе. Руку можно держать просто на поясе. Почувствуйте, как вы давите, делаете удар импульсом пресса, как вы опускаете плечо вниз, чтобы оно не выходило из линии силы, чтобы плечо не выдавалось и не выбивало, не удлиняло эту линию передачи от земли до противника, препятствия. То есть плечо максимально внизу, крылышками тянете плечо вниз. И на выдохе вдох, на выдохе импульс. Потом вдох, собрали все тело, округлили поясницу, округлили, опустили, согнули ногу, натянули подбородочек, исправили ошибки. То есть не спешим делать быстро, надо делать качественно. Собрались, сделали движение, расслабили, расслабили как руку, так и все тело. То есть вы должны стоять расслабленно, чтобы сила не уходила пустую. Расслабляемся. Удар делаем немножко грудными мышцами, немножко крылышками вниз. И немножко, ну, основное усилие – это живот. Посмотрите, как работает бедро. Теперь вот нога, на которой у меня сумочка, и вы сейчас все поймете. Так, камера в опасности. Детки на велосипедах. Ничего, верим в лучшее. Хорошо. Теперь то же самое, тот же самый принцип, то же упражнение, но делаете в другой стойке двумя руками. Смотрите. Значит, делать в левой стойке, в правой стойке, менять. Раз 10 сделали импульсов хороших, потом поменялись, делаете дальше. То есть мы тренируем свои связочки, свои суставы, и это, в этом заложено очень много. На самом деле, если у вас будут большие мышцы, если вы будете качаться сильно и старательно, то все равно вы не сможете делать этот удар лучше, чем если вы будете отрабатывать это упражнение. Если у вас не будет огромных мышц, если у вас не будет большой массы, но вы будете отрабатывать это,
то вы все равно будете делать этот удар сильнее, намного сильнее любого качка. И что и доказал знаменитый Брюс Ли. То есть он изучал технику кунг-фу. И вы сейчас ее изучаете правильно. Продолжим. Смотрите, стоечка, исходная ваша свободная стоечка на двух ногах. Носочки чуть разведены, ноги на ширине плечей. Колени чуть согнуты, копчик опять же вниз-вперед, спинка прямая, подбородок на себя. В этой стойке руки круглые. При ударе делаете вот это движение, то есть движение подбородком на себя и движение макушкой вверх. Это надо делать как импульс, то есть идет импульс вверх и одновременно вперед на удар. То есть одновременно с ударом животом, опять же, вы делаете импульс головой одновременно с ударом. Смотрите. Одновременно с ударом. Матвей! Матвей! Вот такое движение. Нарабатываете, в общем, друзья. Это главные секреты ударов кунг-фу и любого другого боевого искусства. Я занимался многими, поэтому знаю, о чем говорю. Это универсально. Будете знать это, будете бить сильно. Потом все эти вот техники ударов я потом буду вам объяснять, потому что это не суть. Суть вот в этом. Это поймете, добьетесь успеха дальше. То есть, конечно, если бы я вам показывал всякие быстрые движения, кунг-фу, чан-цюань и так далее, всякие примитивные вещи, там высокие задирания ног, удары ногами, все, что я прекрасно делал, и сейчас много чего могу. И садился на все шпагаты, делал такие сальто, которые сейчас даже, знаете, трудно поверить. Вот, поэтому я говорю вам сейчас о том, что является сутью и что может освоить каждый человек, который не делает какие-то сальто, да, у которого, например, ну, может быть, даже человек больной, который хочет исцелиться, он будет этим заниматься, и это увеличит его здоровье. Это не уничтожит его, как западный спорт. Это наоборот даст вам энергию, силу. И благодаря тому, что вы научитесь расслабляться после каждого удара. То есть не спешите делать быстро, делайте качественно. Будете расслабляться после каждого удара и научитесь контролировать импульс и расслабление. Тогда сэкономите много сил, которые позволят вам нарастить еще больше мышц и еще быстрее. Понимаете? Ну что, камера в опасности, дети, help me, да, то есть, ну ладно, я надеюсь, что все будет хорошо, продолжим. Так вот, что еще? Значит, то же самое усилие отрабатывайте в обратную сторону, смотрите, в обратную сторону. Та же самая стоечка. Правильная стоечка наша боевая. А? И то же самое положение руки. Ну, желательно выше, где-то на таком уровне поставить, да? Но можно и так. Начинать желательно с более высокой перекладины. Так вот, исходные принципы все те же. Исполняйте их обязательно. Это ключ. Это секрет. Вот, исходное, становитесь и то же самое делаете обратно, то есть тянуть на себя. Но когда тянуть на себя будете, тут вы уже должны немножко присесть, то есть немножко ниже опуститься,
опусти центр тяжести, ваш центр силы, и рукой вы тянете сюда, в свой центр тяжести. А центр тяжести опускаете. Дантянь называется, да, по-китайски. То есть поле энергии. Дантянь. Движение такое же, но обратно. Импульс расслабления. Натянулись структуру. Импульс расслабились. Вдох. На выдохе. Импульс. Расслабились. Другая рука. Вдох. Импульс. Расслабились. Импульс. Сумочка, смотрите, контролер, да? То есть, какое усилие вы сейчас увидите, я думаю. Импульс. Сюда, да? Видите, сумочка отдает назад. То есть, бедром тянете. Рукой тянете бедром. И бедром назад, то есть разворотом бедра, вот это движение. И изгибанием бедра, также вот это вот сгибание, то есть одновременно приседание, опускание центра тяжести, да? То есть не спешите, не спеша отработаете все это. Вниз центр и немножко скручивание. Еще раз. Импульс. Расслабление. Стараемся делать главный принцип, чтобы не было заметно начало движения, то есть никакой подготовки, чтобы для противника это было полностью неожиданно. То есть стоите полностью неподвижно и резкий, быстрый выброс энергии. Расслабление, вдох, выдох, импульс. И расслабились. И другая нога, чтобы вам было видно. Когда потренируетесь, освоите технику, потом расслабьтесь, забудьте все. И в нужном положении постарайтесь сделать лишь одно. Из полностью неподвижного положения сделать резкий рывок, максимально сильный рывок. Ну, для начала, на первых тренировках не делайте максимально сильное, потому что поверьте, что можете потянуть, травмировать себя. Это очень мощное движение должно быть. И нужно сначала наработать медленно и не так сильно, чтобы укрепиться. Так, Тома, Вика, Даня. А где Володь? То же самое. Двумя руками. Импульс назад, рывок на себя, полностью неподвижность и включение. Полная неподвижность и включение. Все, друзья, понятно. В общем, вот такое движение. Постарался вам рассказать, как смог. Качественно, да, и вы постарайтесь сделать его как сможете качественно. Отработаете его, поверьте, вы будете еще отрабатывать его 10 лет, а то и всю жизнь. Оно настолько
правильная и мощная, да, настолько естественная, главное, о чем я говорил в прошлых уроках. Так что смотрите, все уроки, это система ASK, сокращенно Avatar Smart Kung Fu, ASK Smart Kung Fu. Смотрите уроки, наслаждайтесь, получайте удовольствие и становитесь сильнее. Ну, что вам еще сказать? Все дело только в ваших усилиях. Если вы будете заниматься, вы сможете все. Если вы пройдете этот курс, то потом вы сможете пойти в любую секцию боевых искусств, как захотите, или ко мне заниматься, обучаться, или в любую секцию. У вас будут успехи в 10 раз больше, чем у остальных людей, когда освоите этот курс. Это я вам гарантирую. Вот и все. Так что, друзья, приглашаю вас на мои курсы, на мои тренировочки, онлайн-тренировочки, и лично со мной связаться. Приходите, позанимаемся, ускорю ваши удары в 3 раза, как минимум, ну, смотря какой у вас уровень, может и в 10 раз. Вот, в любом случае получите пользу, здоровье. Те, кто не спортивные, да, или люди в возрасте, да, вы тоже можете это изучать и заниматься, вам тоже будет от этого польза обязательно. Только не делайте сразу большие нагрузки. Вот. Значит, постепенно будем двигаться от, ну, как я считаю, да, может, вам это не так интересно, как разные фильмы с высокими ударами в прыжке, да. Но если вы не будете знать это, вы не сможете делать высокие удары в прыжке правильно, поймите. То есть надо знать принципы. Вот. И важный момент. Что я должен еще сказать? Подписывайтесь на канал. Если вы подпишетесь, мне будет хорошо и вам будет полезно. Вот. И спасибо за донаты. Буду благодарен вам. Занимайтесь, приходите на курсы. И ваша поддержка способствует развитию нашей миротворческой организации, Академии Аватар, Международной трансдуховной Академия совершенства Аватар. И это очень интересная для вас будет организация, участие в нашем клубе. Потому что собираются самые, так сказать, мудрые, самые интересные люди, которые способны работать над собой. И я думаю, что вам будет интересно пообщаться с ними. Я буду вас знакомить, да. Будем планировать дальнейшее наше развитие, разные курсы. У меня есть курсы по биоэнергетике, СБ, трансреалити, по здоровью. То есть начальный базовый курс, на который обязательно надо всем идти и онлайн заниматься. Потому что без вот тех секретов здоровья вам труднее будет изучить вот эти секреты кунг-фу. Да? Без этих секретов кунг-фу вам труднее будет изучить любой вид спорта, любое боевое искусство. С этими секретами кунг-фу вы сможете достичь быстрых результатов в очень многих вещах. Это ключики. Ну что, всех благословений, счастья, здоровья вам и удачи на пути к совершенству. Все, пока. Thank you.